Sure. Какие вы красивые, теплые, совершенно не осенние, а совершенно ностальгически летние. Вы вселяете в нас силы и радость для вас сегодня играть. А сегодня у нас проект Soul Flight 14. Почему? Я не знаю, почему название такое. Видимо, оно Soul, музыка, полет души. Почему 14? Потому что это счастливое число. Вы сегодня загадываете желание, что это число, оно имеет магическое свойство их исполнять. Мы желаем, чтобы все ваши желания сбывались, самые хорошие. Будьте здоровы, счастливы. Мы потихонечку начинаем. У нас пока... Вы думаете, мы будем играть втроем сегодня? Да. Вы правы, да. Шутка, дорогие друзья, сейчас все подтянутся. А пока прошу вас поприветствовать моих братьев, не побоюсь этого слова. Многолетний любимый партнер Дмитрий Лугдин, рояль клавишный. Лидер собственного трио и вообще, вообще страшный просто. Нет слов. Антон Горбунов, топ-гитарист Monster, все в одном, все, универсальный. Че, как они так хлопать? Антон Горбунов. Подождите, сейчас. Come to Moscow now.
Thank you.
большое спасибо. Теперь у нас очень следующая песня, она нежная. Она называется «During Flood of Me». Она вот такую подушку любит. Я не знаю, она ответственная, это будет ответственная, не понятно. Thank you.
Thank you.
Очень нежная. Нежная, но нежная. Я называю Every Day With You. Каждый день. Thank you.
я не смотрю. У вас все хорошо! Тут есть звонить! Друзья, вот сейчас мы пригласим наши гости. Сейчас будет первый музыкальный продаж для вас. Он не один, а первый. Это молодая талантливая певица. К тому же она поедет сейчас на конкурс, да, Верочка? Джаз-усадьба Архангельская. Кто сможет, голосовать, это наша сестра, бэд-систер. Ее зовут Вера Фелис, она вам сейчас исполнит свою песню. Я надеюсь, она ее же повезет на конкурс. Давайте ее поддержим, чтобы она узнала. Что такое поддержка на конкурс? Добрый вечер. Thank you.
большое. Спасибо. Анна Королева, кто узнает? Не знаю, разве так поддерживают вообще молодых вокалистов, тем более, которые идут на конкурс? Песни. Можете отдельно это похлопать, но у нас не все песни пишут, но это я могу сказать. А, спасибо, Мишка, Хосе, иди сюда, у нас сейчас дуэт с тобой, а у нас сейчас, да, у нас сейчас такая небольшая лирическая такая пауза, мне нужна стойка, потому что я это не люблю. Все равно, конечно. Дорогие друзья, у нас сейчас будет такой лирический небольшой экспромт с Хосе Марьяном, да, сейчас мы споем вдвоем, сейчас немного чтобы... Устроимся? Да. Давай, пойдем. Дорогие друзья, песня называется. Смотри, я, наверное, буду больше тебе помогать, чем. Или ты мне будешь помогать, скорее всего. Скорее всего, ты мне будешь помогать. Дорогие друзья, вот, желаю только меня, только не споткнуться в руку. Мне надо тебя видеть, потому что я тебя не могу видеть. Нам надо видеть нашим зрителям. Дорогие зрители, вы здесь? Вы здесь? Любовь! Как вам твое имя? Супер! Да? У нас есть песня, которая называется You Don't Know How I Miss You. Da 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 da
Yeah.
Inspires me.
Thank you.
аплодисменты. Петр Ильич на барабаны. Thank you.
Yeah.
Честно. Больше ничего не надо. Спасибо, вы участвовали.